Мы играем в Genshin Impact. Genshin Impact или как-то так. Ну да, вы поняли, я до сих пор не могу понять, как правильно. Genshin Impact, наверное. Скорее всего, произносить это. Собственно, мы разгадали загадку. Это находится сокровище в одной из мельниц. Собственно, как нам теперь забраться на мельницу? Вот интересный вопрос. Блин, стамина сейчас кончится, да? А. Как же так-то? Так, давайте думать, как нам получше на нее залезть. Тут может как-то с дома, да, спланировать. Оу, идея. Ну вы поняли, да? Не получилось. Я думал, можно прямо. Тихо. Нет, чуть-чуть. Было в сторону. Ладно, сейчас все сделаем, ребятушечки. Сейчас все сделаем. Кто-то запустил такой только этот ролик и не видел вообще ни одного ролика по Genshin Impact такой. Что за игра-то вообще такая? Графика вроде хорошая, да что мы лазим, что и что вообще происходит? Где тут бои? Тут есть бои, не волнуйтесь, тут все есть. Просто я туплю. Блин, там наверняка можно как-то по-другому залезть, да? Это я просто мучаюсь. Или нет? Или да. Ой. Опа. Опа. Да, все. Фух. Передыхаем. Стамина восстанавливается. Так, едем дальше. То есть в сторону. Что там было? Вы видели, да? Что там было, блин? Плакат. Плаката пропавшем без вести. Разыскивается девушка со светлыми волосами, одета в экзотический наряд. Просим откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей. Если вы обладаете какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь со скаутом Эмбер. Прикольно. Наверняка был какой-то еще путь. Гриб. Оба-на! Сокровище. А, это и есть сокровище? Дай мне посмотреть, что там. Она вовсе не любила его. Источник бьет ключом, но это лишь фальшивый образ. Час холодного одиночества, если отселилась. И в час холодного одиночества, если отселилась. Еще одна карта. Люблю загадки. Опять загадка. Больше загадок. Голова уже идет кругом. Мозг закипает. Мозг у тебя есть, мозг, у тебя нет вариантов выбрать. Разбирайся с этим сам. Или попроси фею о помощи. Ну мы, собственно, не гордые, мы попросим о помощи, чё бы нет. Я вот так сразу даже не понимаю, что хотят от меня. Интересно, я смогу забраться? Нет, походу нет. Так. Я что-то видел вот здесь. Мне, может, показалось. Когда мы тут лазили, да? Тут что-то можно было ведь сделать. По-моему, неспроста. Тут. Смотрите, если тихонечко лезть, то стамина вообще почти не тратится. Можно вот так вот хитрожопно лазить. Тут, по-моему, больше ничего нет. Может, конечно, и есть, но я так сразу вам не скажу. Тут какие-то то ли грибы, то ли что-то такое, да? Не обращайте внимания, ребята. Я просто интересно, серьезно. Я упаду. Возможно, тут что-то и было, или есть. Ладно, фиг с ним. Пойдемте попросим чувака о помощи, потому что... Самому решать загадку
реально бывает сложно. До мельницы я реально сам не додумался, я пошел к этому краю, что там в этой загадке? И мы в конце такие, а, ну это, наверное, мельница. Такие, точно, мельница. Вот как-то так это и было. Ю-ху-ху. Вот еще тут, знаете, что прикольно? Тут надо вам запоминать местность, а я в последнее время очень плохо ориентируюсь на местности. Для меня это что-то типа, огромный город, что, куда, почему, зачем, как. Раньше я вообще прям идеально знал, ну, когда играл в игры почти каждый день. Не работал, естественно, было куча свободного времени. Ты такой, так, все легко, надо идти туда, там сделать это, ой, изи вообще. Даже можешь мне не говорить, куда идти. Сейчас же я такой, типа, о, огромная местность, что делать? Смотри, у него это тоже можно. Что-то спросили. Почему же он так внезапно стих? Разве это плохо? А нет, это хорошо, очень хорошо. Но, это было так неожиданно. У меня было столько резервных планов. Неужели не придется ими воспользоваться? Мои планы входили в эвакуацию людей за стены города, чтобы избежать шторма и обучение их выживанию в дикой природе. Мы бы научили их, как соорудить лагерь, рассказали бы, как защититься от насекомых, диких зверей и чудовищ. Ладно, ладно, не отвечай, конечно. Лучше размеренная жизнь города, чем страдания вне его стен. Ах, да, искатели приключений, проводившие исследования в окрестностях, доложили, что за шепчущим лесом собираются монстры. Но сейчас все искатели приключений заняты исследованиями, мне нужно оставаться в гильдии для руководства. Путешественник, если у тебя есть желание, ты бы мог уничтожить этих монстров. И сделай это. О, тогда поручаю это тебе, я позабочусь о соответствующей награде для тебя. Блин. Сам прикол, что я не нашел входа. Блин, это не то, короче, не сюда мне надо. И здесь запутаться вот серьезно поначалу. На карте, кстати, гильдия не отображается, к сожалению, я не... Ой, это что такое? Лучи дверь. На эту дверь наложена какая-то магическая печать. Что же это за место? Реально. Это на какому-то этому стихии какой-то принадлежит или что? Если это вода, может, фиг знает. У меня только лед есть вроде. Ну да, так сразу не скажешь. Короче, веселая игра. Я снова вернулся сюда. Блин, гильдия приключений, подождите, надо как-то... А тут есть знаки какие-нибудь, типа, иди туда, там... Так. Да, тут люди говорят, живут жизнью. Ох, я запутался, серьезно запутался. Куда мне идти? Ой, блин. Запутаться, короче, можно вот туда, по-моему, да? О, кстати, фонтан. Так, разгадайте загадку, да, пойдемте спросим. Вот, да, вот здесь вход. Надо как-то запомнить. Так, он там внизу, да, какой-то то ли меч. А, нет, он помечен все-таки. Почему-то у меня первый раз не было помечен. Не знаю, или может потому, что я когда зашел второй раз, у меня это пометилось. Даже думать об этом не буду, короче. Ладно. Элемент пира может зажечь элемент дендро. Горение наносит продолжительный пиру урон. Короче, огонь может... зажечь дерево. Я вам объясняю по-русски, чтобы вы... Типа пира, дендро, чё? Ну, вдруг кто-то еще не знает, что пира это огонь, дендро это, собственно, типа дерево, скажем так, русским легким языком.
Да. She doesn't love him at all. Она вовсе не любила его. Источник это лишь фальшивый образ. И в час холодного одиночества ее сердце явит истину. Что это может означать? Похоже на случайную страницу из чужого любовного романа. Действительно. О, значит, я была не права. Даже такие гении, как я, могут ошибаться. I'm just joking. Я же пошутил. Take this more seriously, это же серьезное дело. This riddle is hard to figure out. Hey, clear spring. Ага, непростая задача. Is it referring to spring? Поверхности ручья. Должно быть, речь идет о Спрингвейле. Passion rushing through the clear spring. Это лишь фальшивый образ. Что бы это значило? О, какой страсти идет речь? Может, это про тех, кто купается в ручье? От чего меняется уровень воды в ручье? Может, вот это от чего меняется уровень воды? Not a bad idea. Хорошая идея. Водопады. There's a waterfall, for it appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind Springvale. Спрингвейле. Only the clear spring that blesses Mondstadt and the heart of the waterfall must refer to the cliff. The ending. Холодное одиночество похоже на крио элемент. You should probably take someone who can manipulate cryo with you. Спасибо. It's nothing. Незачем. If a knight of Avonius couldn't even answer a riddle, how could we be trusted to solve criminal mysteries? Let's go take a look in Springvale. We'll leave you to your criminal mysteries. No, wait. Я имела в виду расследование настоящих преступлений. Короче, нам нужен теперь крио-элемент, это как раз он. Ну что ж, поставим себе его в команду. Нам повезло, что у нас есть крио-элемент. Крио это заморозка, на всякий случай. Лед, пусть будет лед. Элементальная реакция. Испарение увеличивает урон атаки, вызвавших эту реакцию. Гидро-атаки получают больше бонус урона, чем пиро-атаки. Короче, да, тут еще прикольно, можно пар сделать, это если, грубо говоря, лед и огонь совместить, получится пар. Прикольно, короче, я думаю, на этом будут действовать дальнейшие боссы, враги. Еще тут есть враги вообще прямо, которые тебя прессуют так нормально. Есть враги на изи, которых ты валишь. Короче, посмотрим, что нас ждет. В любом случае, загадки, вот это все довольно интересно сделано. Есть загадки чисто вот, типа, прыгни-прыгни, ударь там, или стрельни, или еще что-то. О, нам далеко, кстати, идти. Так. Отряд. Нам нужен чувак с крио-элементом. В отряде у нас... Извини, Рейзер, тебе придется обратно заменить на нашего Кэя. This will be interesting. Кэй хотя бы вкачан на меня. Только можно, кстати, оставить эту команду, думаю, ничего страшного. Мне вот интересно, смогу ли я отсюда... О, опа, сундучок. Вот это поворот. Нашел я сундучок. Мне лучше не прыгать, наверное, в воду или... Подождите. Тигровое озеро. Через озеро они, во-первых, долго плывут. Хотя Кэй это вообще не страшно ведь. Да, он может воду замораживать. Кэй вообще один из самых моих любимых персонажей, как ни странно, пока что. Вы смотрите, в какой игре вы сможете сделать вот так, вот серьезно. Я вот сразу даже не скажу вам. В какой-то, возможно, и можно, но вот чтобы прям сходу вы такие, а вот в этой, короче, ну... Да, способность 5 секунд восстанавливается. Потом ее, наверное, можно будет улучшать персонажа, я так понимаю, его навыки, но не сейчас. Там есть, да, функция навыки. Ту-ту, наверняка можно поменьше сделать. По сути, дальше я уже смогу спокойно доплыть. У меня уже дело принципа проложить себе ледяную тропу. А, она там потихонечку исчезает сзади, да? Окей. Да, если вы прыгаете в воду, вы намокаете. Вы прикиньте, вы намокаете. Прикиньте, насколько тут все продумано.
Спрингвейл. Легким путем мы дошли до новой локации. Как видите, она у меня даже закрыта. Не знаю, что нас тут ждет. Сам перс, кстати, крутой. Он такой прямо... Да, вот эти кристаллы как раз нужно в тяжелый перс чтобы разбить. Это вы сами будете очень долго. Кстати, это молния, да? А, хотя ладно, нафиг мне этот кристалл пока. Он, конечно, может и очень нужен, но... Давайте на Кэю переключимся. Все-таки он герой этой истории. О, призрачек. Погнали за призрачком сходим, ребята. Такое. Подождите. Оп. Картофель. Пшеница. Что же, как туда забраться-то? А, у нас сверху, что ли? Да-да-да. Опа! Нет. Что-то походу нет. А! Пам-пам-пам-пам-пам. Парарам-пам-пам-пам-пам. Я доберусь! А чё так сложно? Почему не получается? Я опять так. Ну, такие, о господи, что он опять делает? Где экшен? Нет, на самом деле прикольно. В таких играх очень интересно исследовать мир и сражаться, в принципе, прикольно и все. Но тут, конечно, будем честны, главное не сражение именно в этих играх. Тут больше именно исследованию все уделяется. И это можно, я думаю, заметить прям вооружен. Отлично. Я нашел обходной путь. Ты прям будешь меня на прыжки, да? Я так понимаю, тестить. Не-не, призрачек, я доберусь до твоей тайны. Чё думаешь? У меня уже дело принципа просто. Вон там можно открыть перемещение. Опа! Та-да! Карма. Меч. Рыбка, смотри, плавает. Что он там? Одна бутылка 300 сейчас. Великолепный Хопкинс. Это было ужасно. Что ты делаешь? На меня сегодня нашло озарение. Бог весны хочет говорить с великолепным Хопкинсом. Не мешайте. Он дерзкий чувак. Великолепный Хопкинс, блин. Кто ты, ну? Кто ты такой? Как тебя зовут? Все, точку открыли. Красавчики. Тут можно готовить. Как раз можно забрать то, что вот здесь. Так, получить. Угу. Кстати, можно сделать вот это вот, можно сметанки сделать. Так, получить. Вот, все молодцы. Это поворот, меня ужалил пчелобак, урод. Ладно, пойдемте уже типа по сюжету, скажем так, а то тут можно отвлекаться вообще бесконечно. Кабанчики. Кабанчики, кстати, опасные, они могут атаковать иногда. Бабочка. О! Ну ты, конечно, ушлепок, кабанчик, блин. Ты офигел. Вон же, свининка посыпалась. С тебя. Как лучше сказать? Не свининка, кабанинка. Серьезно, кстати. Ух, блин. Понятно, я все понял. Надо идти обход. Надо найти обходной путь.
Музыка такая прямо душевная. Игруху, короче, знаете, чтобы вы ее врубили и так наслаждались ей, никуда не спеша. То есть, если вам вообще нравятся такие игры, где надо просто не спеша бегать, наслаждаться исследованием мира, вот, учтите то, что боев, я так понимаю, в начале будет не так много. То есть, не, они есть, и они будут, и даже очень даже четкие тут они. Ну, мне нравится, в смысле, как сделано. Ох, а как вот сюда попасть, к примеру? Серьезно, я что-то так сразу. О, фига, я еще могу супер атаки делать. На, блин, я хочу этого призрачка. Знаете, все бы ничего, если бы он мог. Стой, я наверное. Да, вот так вот. Я понял, как это делается. Давай, давай. Yeah, no worries. Ну куда, значит, да? Окей. Хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну чё, чувак? А, ну да, и, собственно, вот сюда нам. Та-та-д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 а. Ну, как вы поняли, играть в эту игру очень даже приятно. Она такая, прямо, не напряжная. И если вы поймаете вот этот... Ой, я оху не поймал. Рыба. То есть для рыбы с ним можно приготовить богатые блюда, да? Угу. Как вы поняли, игруха такая прямо на расслабоне. Вот знаете, когда у вас дофига свободного времени, ну или вы просто после работы не хотите там какой-нибудь дикий махач, неохота вам играть в Fortnite, неохота в Мстители играть, зайти и починить. Ух, красота какая, вы смотрите, для бесплатной игры, еще раз напомню, что эта игра бесплатная, в нее можно поиграть на PlayStation, на Xbox, на компе, на телефоне. Я не знаю, как там на телефоне, короче. Ну хотя, раз Fortnite есть на телефоне, ничего удивительного, что эта игруха тоже есть на телефоне, то есть уже реально... Уже надо, походу, прекращать удивляться, что такие красивые игры есть. Они просто даже есть, да. Посмотрите, блин. Красота какая. Серьезно. Так, и куда нам? За водопадом, в водопаде. Найдите место, описанное в подсказке. Ну, вряд ли, да, в сам водопад. Хотя... Чё бы нет. Нет. Тут, ну, естественно, нет. Давайте думать наверху, наверное, где-нибудь. Ах, не заберется, не заберется. Очень мало стамины, ее тоже вроде можно как-то вкачать будет в будущем. Обидно. Там чуть-чуть не хватает. Чтобы забраться-то. Сосновая. Что там? Ну ладно. Сосновая шишка. Привет, девчонка. Ах, как же ты меня напугал. Разве можно так подкрадываться к людям? Ну, как твоя экспедиция?
весьма плодотворно. Я закончила сверять карты ущелья, пьяницы и место вокруг Спрингвейла. Сверять карты – утомительная работа, но одновременно с этим и очень удовлетворительная. Неужто ты заинтересовался моей работой? В таком случае возьми вот это. Это часть знаний, которые мне удалось накопить за время своих странствий. Настанет день, когда все в Мондштадте будут пользоваться моими картами. О, спасибо. Спасибо. Иногда все-таки выгодно поговорить. Кстати, у меня мало жизни у этого чувака. Вот сейчас заметил. Это прям вообще мало. Да, еще и ты, призрачек, тут. Ну, вообще прям... Молодцы. Ладно, давайте до призрачка дойдем. Немножечко отвлечемся. Наверное, туда вот, скорее всего. Что-то мне подсказывает, что нам туда. Опа. Давайте посмотрим. О, подземелье высокого ранга, понятно. Логично, нам не туда, ребята. Угу. Найдите место, описанное в подсказке. Вот оно, да? Нет. Опа! Электрические враги. Заморозка! Изи. Вот так вот много морковок, очень много еды. Надо, кстати, быстренько. Чувак! Тебе надо сожрать. Что-то. А, у них даже настроение есть, смотри, от еды. Видите? Че? А, вот да. Только непонятно зачем они. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Вон там, наверное, оно. Ну что-то подсказывает мне, что на той стороне. Морозные враги. Что может быть лучше морозных врагов, да? Опа! Естественно, огненный персонаж тогда. Опа! Да, а, я даже не прокачанный, да, полностью. Красота. Если бы был морозный кто-то у меня, можно тут зажечь эти три штуки, я так понимаю. Но морозных персов у меня вроде как... А, стой, подожди, морозный, да? Блин, что-то я не допер сначала. Да, Криуш. Крио. Давай, давай. Раз, два. Та-да! А, это и есть то место, смотрите. Нам пришлось хорошенько постараться, чтобы разгадать все эти загадки. Хочу никого взять, но эта карта выглядит ужасно, словно ее пират нарисовал. Значит, мы... Кей ждет наш доклад. Пойдем за... Кей ждет наш доклад. Ну, можно же не делать этот доклад. Поспешим, не хочу, чтобы кто-то нашел сокровище раньше нас. Например, те самые похитители сокровища, о которых рассказывал Кей. В любом случае, мне нужен этот меч, чтобы... Нет, нет, Паймон только посмотрит, мы только хотим его увидеть. Мы хотим стать самым могущественным и сильным, и ничего потом не делать. Хорошо, поболтаем позже, когда заберем нашу прелесть. Переводчик просто бросает. Охота с сокровищами Аркадии продолжается. Такой реально многоступенчатый. Так, найди сокровище с помощью карты. Ух, оно далеко. А что тут у нас? Подождите. Карта. Что надо, чтобы открыть-то это все?
Артерию изменяются, и те озарения. Вот сюда зайти или что?